Индира Айтберген. War is not freedom. Over my shoulder I see a clear of you. All for my family reason I breathe in everything to lose. Should I Наверное, если вспоминать твои выступления с первого финала, финального концерта, сегодня четвертый эфир, ну вот от первого к четвертому четыре больших широких шага. Мне это нравится в тебе, что ты умеешь развиваться, несмотря на то, что ты побывала в опасной зоне, наревелась, обещала не плакать, потом снова наревелась, потом психолог сказал, плачь лучше, так будет проще жить. И я думаю, ну и ладно, буду плакать, короче. Мне все равно, что происходит за кулисами, в отличие от моих коллег, которые все время прислушиваются. Что там, кто-то как-то себя ведет, кто-то себя не так повел, кто-то кому-то там голову заморочил. Они прям все сплетни собирают, потом все сидят здесь и рассказывают вам. А мне вот нравится смотреть на вас на сцене, как вы растете. Как вы растете с первого по четвертый концерт, ты абсолютно другая. Вот эта неуверенная девочка, которая не попадала ни в одну ноту, сегодня абсолютно другая, абсолютно уверенная в себе, абсолютно четко слышащая свой голос, абсолютно четко резонирующая во всех аспектах своего вокального мастерства. И я поражена просто, я поражена. Спасибо. Мне очень понравилось, спасибо. Спасибо большое. Спасибо тебе. Да, я тоже хотел у тебя спросить, Индира, вот, сегодня четвертый концерт, да? А почему, может быть, ты сама мне сейчас скажешь, почему вот я тебя критиковал на первом концерте? Помнишь, я говорил тебе совершенно конкретные, возможно, не очень приятные вещи, но это была правда. Теперь откуда все появилось? Скажи, почему вот к четвертому концерту ты вдруг просыпаешься? Можешь мне сказать, почему все это время ты не пела так хорошо, как это произошло прямо сейчас? Что случилось с тобой? Знаете, я думаю, это работа над собой. Это самое главное, это внутреннее. Надо быть готовым. Я в первом концерте боялась очень сильно. А потом я знала, что я сказала себе, я могу, ты сможешь. И столько людей поддерживают просто. Я не знаю тут, молодец, как не петь. Тебя отпустило, да? Да, и столько людей поддерживали, видео обращения отправляли. И
Молодец, молодец. Ну, правда, выступление было очень, очень впечатляющим. Спасибо тебе и спасибо Еве, что ни разу не перебила меня во время комментариев. О, Боже. Спасибо. Честно говоря, я даже не слышала сейчас, что вы говорили. Я только понимала, что вы говорите что-то хорошее Индире и комплименты. Но я почему не делала это? Потому что я смотрела на Индиру и смотрела на нее как на победительницу, как на очень сильную девушку. И я знаю, Индира, что этот номер ты посвятила конкретному человеку. И прости, я, может быть, не имею права говорить об этом, но этот номер, я знаю, что ты посвятила его маме. И я знаю, почему. Потому что твоя мама – настоящий воин. Потому что твоя мама сильная и смелая. И несмотря на то, что она осталась одна с вами, она вас подняла, воспитала прекрасных девчонок, прекрасных детей. И этот номер посвящен, значит, не только твоей маме, но всем женщинам, сильным, смелым бойцам, девочкам, которые выживают и воспитывают очень крутых детей, таких, как ты. Это так и есть. Спасибо большое, уважаемые наставники. Индира, действительно, тебя можно назвать самой эмоциональной финалисткой 10 сезона, но, оказывается, это тебе на пользу. Ты больше не стесняешься своих эмоций? Если честно, нет. Я вообще не боюсь показывать свои слезы. И я думаю, что это нормально, показывать свои слезы, да, эмоции. Это эмоции живые, понимаете? И проект X-Factor, знаете, мне дает такие невероятные эмоциональные моменты. И все эти моменты я хочу прожить вот по-настоящему. И показывать зрителям вот по-настоящему это все, честно. Молодец. Ну, это здорово, что ты раскрываешься с новой стороны и для себя, и для наших зрителей. И я думаю, они это видят.